У этой профессии женское лицо, иначе нельзя. Без душевности, сострадания мастера в этом деле не получится. Тут само слово «медицинская сестра» говорит о том, что сестра. Вот. От нее зависит выздоровление пациента. Доктор сделал назначение, сестра, если их сделала недобросовестно, значит, уже выздоровления мы не увидим. Медсестра – это первый помощник врача. Это основной работник в больнице и во всех медицинских учреждениях, поддержка для всех. Представители самой многочисленной категории медицинского персонала, медсестры, в шестой раз собираются на большой съезд в Краснодаре. Мероприятие не будничное, приуроченное к профессиональному празднику. Дополнительный повод и возможность поговорить о том, чем живут сегодня в регионе люди, от которых во многом зависит здоровье 5-миллионной Кубани. Спасибо за самоотверженный труд, бесконечные дежурства и работу в празднике, обращаясь к медсестрам, говорит Александр Ткачев. В канун 9 мая я побывал в госпитале ветеранов. Так вот, один из ветеранов очень много рассказывал, как его медицинская сестра выводила из поля боя, и насколько он ей благодарен, она спасла ему жизнь. Ведь действительно, порой мы забываем о этих героических буднях, о подвигах простых советских девчонок, которые спасали десятки тысяч русских солдат. Уверен, что случайно в эту профессию люди не попадают. Быть медицинской сестрой, даже в современных условиях, надо быть как минимум милосердным. Чувствовать чужую боль, огромное терпение. И уверен, что подавляющее большинство из вас именно обладают такими человеческими качествами. Я знаю, как вы любите свою профессию. Мы обязательно сделаем именно вашу службу, этот сегмент здравоохранения профессиональным, современным и, конечно, отвечающим на все запросы жизни. Возможность задать вопрос губернатору участниц съезда появилась на чаепитии. За столом говорили о проблемах и об успехах отрасли. Кубанское здравоохранение сегодня входит в число лучших в стране. И не только благодаря высокотехнологичным операциям. За последние годы значительно обновлен автопарк скорых. В этом году поступит еще 100 новых машин, фактически оборудованных полноценных врачебных кабинетов на колесах. В планах приобрести второй вертолет для санавиации. В числе приоритетов в сельских территориях строительство офисов врачей общей практики. В прошлом году в крае открыли 23 таких офиса. Это максимально приближает к населению медицину. Это очень актуально и важно в сельской местности. Хотелось бы услышать от вас, Александр Николаевич, как в дальнейшем планируется развитие вот этого направления? Это уникальная вещь, семейный врач, он такой разнопрофильный. Да, это не дешево, но мы хотим, чтобы на 1000 населения был, так сказать, свой врач. А значит, телемедицина. Это тоже мы можем связаться с любым врачом, получить консультацию и так далее. Мы должны вот эту составляющую медицинских работников, фельдшеров, врачей общей практики, мы должны максимально напичкивать знаниями, а значит, материальное оснащение, конечно, хорошая зарплата, условиями, где жить, где работать. И тем самым мы должны развивать этот институт. Ну и, конечно, доступ, это очень важно, доверие, когда один на тысячу, и она ведет, или он ведет уже историю каждой болезни. И я думаю, что это будущее нашей медицины. Вопрос обеспечения жильем – один из самых наболевших для работников бюджетной сферы. В прошлом году долгожданные квартиры получили 11 медиков в Новороссийске, двое в Крымске, 28 в Сочи. В этом году, кстати, Олимпийская столица выделит еще 150 квартир среднему медицинскому персоналу. Как решается кадровый вопрос по обеспечению медицинскими сестрами, фельдшерами? И планируется ли выделение для них жилья? Вопросы жилья, они, безусловно, очень затратные. Один район, город может себе позволить, с учетом хороших доходов, другой, естественно, особенно сельские территории, не состояние. Но, должен сказать вам, существует в крае программа, которая должна помогать муниципалитетам строить подобное жилье. И я ставил задачу перед главами о том, что в каждом районе должен быть построен дом для медицинских работников. Эта программа, скажу честно, выполняется не везде. В силу, понятно, дефицита, возможностей, бюджетных возможностей. Но будем, естественно, наращивать ресурс по мере поступления средств. Вернулись за столом мы к вопросу высокотехнологичной помощи. По этому показателю регион один из флагманов среди субъектов федерации. Благодаря современным технологиям на Кубани не только увеличилась продолжительность жизни, но и повысилась рождаемость. 70 тысяч малышей появилось в прошлом году в перинатальных центрах. На сегодняшний день Кубань – это территория, где нету очереди операция на сердце, где доступна такая высокотехнологичная помощь, как трансплантология, когда на сегодняшний день пересаживается печень, почки, сердце, легкие. Около 3000 жителей Кубани получили бесплатно замену суставов. Это огромная революция. То есть на самом деле мы уже в 7 городах делаем стентирование. Это делается
Новороссийске, это делается в Ейске, это делается в Армавире, это делается в Сочи. И в Сочи мы показали, что мы стентируем сердца. Это делается во всем крае. Конечно, я не склонен завышать наши успехи. У нас еще куча с вами проблем. Есть больницы обшарпанные, есть персонал грубый. Ну, все это есть. Я же тоже не на Луне живу. Но мы должны это ломать. И каленым железом выжигать. И делать все, чтобы наше здоровье было лучшим в стране. А мы прекрасно понимаем, для кого мы это делаем. Для жителей нашего края. Все жили долго и, естественно, говорили спасибо врач, спасибо медсестра. Краевой съезд медсестер – это еще и подведение итогов. Медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани второй степени Александр Ткачев вручил фельдшеру Каневской центральной районной больницы. Медали третьей степени удостоены фельдшеры из Темрюка и Краснодара, а также заместитель главного врача Краевой клинической больницы номер 1. Яна Москаленко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.